Брест, западные ворота Беларуси и всего Содружества независимых государств. Ничто не может представить город лучше, чем искусство и культура. Статус культурной столицы СНГ город над Бугом получал в апреле 2019-го. Напомним, все состоялось в спорткомплексе «Виктория». Здесь были брещане и гости, точнее наши друзья из самых разных стран. Сертификат культурной столицы Бресту был вручен под бурные овации. Мы воспринимаем этот сертификат во многих ипостасях. Прежде всего, конечно, это подарок нашему городу в год его тысячелетия. В то же время, этот сертификат – это огромный кредит доверия нашему городу. Кредит доверия высоко нести планку культурной столицы Содружества, стран, каждая из которых имеет свою неповторимую национальную культуру. Обещаю, что город Брест достойно выдержит это высокое звание и достойно в следующем году передаст этот высокий статус следующему городу Содружества независимых государств. Спасибо за доверие. Можно сказать, что грандиозное открытие задало тон всем дальнейшим мероприятиям. 2019 был словно сплошной праздник культуры, ведь именно в этот год Брест праздновал свой тысячелетний юбилей. За 12 месяцев мы показали наши традиции и ценности, историю и культуру. Состоялись десятки мероприятий, фестивали, выставки, концерты, конкурсы, парады и флешмобы, спектакли и форумы. Вспоминать яркие моменты культурного года мы будем еще долго, так же, как и церемонию передачи статуса культурной столицы. Мероприятие не менее ответственное. Мэр Бреста Александр Рогачук передал первому заместителю Акима Шымкента Нуртаю Кайрату символическую статуэтку. С этого момента добрую культурную традицию продолжил Казахстан. Город готовится, люди радуются. И это такая большая возможность еще раз вот страну часть Содружества независимых государств, вот обмена истории, культуры, полностью вот, готовятся хорошие объекты. Сегодня Шымкент является не только культурной столицей, но и отмечает солидный юбилей – 2200 лет со дня своего основания. Поздравить город с такой знаменательной датой подключились самые разные страны Содружества. В стороне от своеобразного праздничного флешмоба не остался и Брест. Шымкент в этом году отмечает великий юбилей – 2200 годов своей истории. И так само, как и ранее Брест, имеет высокий статус культурной столицы Содружности Незалежных Держав. Берестейцы желают вам, дорогие сябры, мощного здоровья, счастья, добробыту, расцвета для славного Шымкента. Со святом вас, шановные сябры! Все это определенно внушает доверие, что прочнее нитей, которые соединяют культуры народов, нет.